ты. Посмотрим посылочку для Макиты. Это будет описание. Стопор прям такой серьезный. Так. Вот тот, который был, редуктор. Ну, внешне вроде бы одинаковые. Так, так, так. Так. Проверим патрон. А вот патрон без болта, без стопорного винта, вернее. Так. Какое-то время можно будет поработать без биения. Так. Там, по-моему, не самый большой. Нет. Биения нету. Осталось только закрутить. Мы будем родную закручивать. Закручивается против часовой. Так, смазка там есть. Биения вообще нету. А здесь стопор разболтался, и оно прям вообще гуляло. Все, будем ставить на место и закручивать. Ну вот, уложили. Провели провода,
теперь нужно закрывать. Только аккумулятора нет, чтобы проверить. Ну, я думаю, что все будет отлично. Переключатель работает. Так, что-то тут мне не нравится. Так, может быть, ее наоборот надо было вставлять, что скорее всего. Да, всего лишь на все перепутал. И теперь собираем. Это был 485-й. Весь ремонт обошелся 4000.